Томаты буги-вуги. Они находятся на грани уничтожения. Из-за человека десятки тонн томатов оказываются в мусорном ведре. И все потому, что их неправильно хранят. Настало время спасти томаты буги-вуги. Есть место, где мы можем сохранить еду в том виде, в котором ее создала природа. Как в первый день покупки. Присоединяйтесь к фонду спасения еды «Hot Point».